Анонс с 15 по 24 серии 7 сезона сериала «Балабол». В 15 серии в городе две конкурирующие ОПГ реализуют легкие наркотики. Жирнова преступной конкуренции попадает племянник Грибанова Леша с товарищем, согласившись в поисках подработки стать курьерами в банде Чижика. Но все пошло не по плану, и два чемодана травы забрали неизвестные в форме дорожного патруля. 16 серии. Распоряжение Балабина оказывается показанием. Горе-курьера о том, что на одном из ряженых гаишников были сапоги-казаки, такие как у подручного малыша Фирса. Чижик, не получив денег за товар, берет в заложники невесту Лехи и дает приятелям всего 2 дня на поиски пропавших чемоданов. В 17 серии Саня решает помирить Джорджа и Зою, и для этого он приглашает всю компанию в загородный отель. В это время группа из 3 бандитов похищает из местного краеведческого музея ценный экспонат и приезжает в тот же пансионат, собираясь спрятать украденное в заранее подготовленный тайник. В 18 серии у Сани возникают подозрения по поводу соседей, и он провоцирует их на открытые действия. Лжехудожники Максим, Колян и Серега берут заложники Машу, Зою и Катю и требуют отпустить их на свободу, угрожая в противном случае убить женщин. 19 серии наемные убийцы ликвидируют частного детектива Антона Куликова. Спустя какое-то время эти же самые наемники открывают охоту на Машу. Саня теряется в догадках, кому могла так сильно помешать его дочь. В 20 серии Маша случайно находит в своей сумке флешку, которую скинул в сумку Куликов. Выясняется, что там компромат на депутата городской думы, кандидата в мэры города. В 21 серии, несмотря на запрет руководства, Саня возвращается к поиску неуловимой банды циркача, понимая, что бандиты еще в городе. Губа с парнями пытается задержать одного из них, но ничем хорошим это не заканчивается. Но от 2 серии Нырков и Сани пытаются найти мастера, который изготовил необычный клинок, оставленный на месте убийства. Так сыщики выходят на Крючкова и понимают, что именно задумал циркач. В 23 серии Саня с коллегами разрабатывают оперативную комбинацию, которая должна привести к задержанию банды. Нырков шаг за шагом приближается к людям, которые стоят за группой циркача. 24 серии. Банда циркача вычисляет дом любовницы Попова, где тот скрывается, туда же направляется и Нырков. В ходе перестрелки Попов убит, Нырков ранен, ему удается забрать папку с компроматом на тайного покровителя банды. Анжелика звонит Сане и просит о помощи. Посмотреть с 15 по 24 серии вы сможете с 4 по 8 декабря на телеканале НТВ. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.